Так, ребята, всем привет. Продолжаем выживать за форести. И у меня с утра уже вот четверых я уже замочил. О, опа, а что это было? Что это было? Ни хрена себе. Что за... Погодите, погодите. Ни хрена себе, а что это там такое было-то сейчас? Какой-то взрыв какой-то. Так, сколько у меня? 10, все, да? Понятно. Здорово, мужики! Привет! Че, я ваших тут наловил, блядь? Вы как думали? Есть еще один гаврик попался. Слышь, мелкие. Бля, кого-то разорвало-то. Ни хрена себе, смотрите. Жесть просто. Кто тут взорвался-то? Что за дела-то, блин? Кто-то заспавнился неудачно. Слышь ты, урюк, что такой смелый, а? Заткнись! И стрелу мне отдай. Опа, извини, мимо. Держи. Да что ж ты будешь делать? Оп. Согласен, промазал. О, парень, ты влип. Подожди-ка, я тебе... Держи, стрела, дай. Держи. Вот и все. И не крякай. Иди сюда. Вот же говнюки. Ты нормально лежишь тут? Тут как будто ударился. Просто споткнулся, ударился. Так, иди сюда. Ложись тут. Вот так, поудобнее. Кстати говоря, ребята, смотрите, какая фигня у меня получилась. Так, двое живых еще висит. Надо будет сейчас с ними разобраться. Какая фигня получилась? Я как бы вчера, ну то бишь сейчас день, да, я вечером как бы положил в тележку в мою, в сани, да, три трупа. И оставил их вот у себя на участке. Прошла ночь как бы, то все. Ну не ночь, а как бы я сегодня захожу в игру, а у меня сани куда-то улетели. Нет их. Саней нету. Вместе с трупами куда-то улетели. Вот такая вот фигня. Где они, хрен его знает. Были на участке. Поэтому на будущее лучше именно трупы в сани не ложить. Не оставлять их. Так, по стрелам. Да, можно, в принципе, сделать стрел. Подожди-ка, а что там... Правильно, какие тряпки? Тряпки там не нужны. Нужны вот перья. Так. Пятьдесят. Отлично. Сейчас иду, мужики. Сейчас иду. Сейчас я из вас зубы доставать буду. Вот. Дантистом я сегодня работаю, короче. Иду, иду. Дантистом. Иду. Что у тебя болит? Говори. А, я понял. Справа. Держи. Так. Давай еще вот. Сейчас вылечим. Алло. Во. Еще. Да не ной ты. Так. У тебя как дела? Давай тоже. Проверим твои зубчики. Давай зубы. Еще один. Блин. Дай сюда зуб. Где твои зубы? Че, один только? Вот, второй. Заткнись, блин.
Тихо, тихо. Да, я зуб возьму. Повиси, подумай. Все, я вас убивать не буду, висите. Петь, это белка, как же она достала уже, а? Кстати, я тут енота поймал. На ту ловушку, на дальнюю, вот на эту точнее. И сейчас уже... Уже ночь будет скоро. А они же убегут, блин, вот что плохо, они же ночью убегут, поэтому не. Во, вот, тут видишь, флажки такие, вот они где-то... Где они, куда надо делать, блин, непонятно. Так, подожди, не-не, вот так вот. Давай, есть. Отлично. Так, заряжаем. Трупы сжигаем, просто сжигаем. Так, о! Еще три гаврика пришли, смотрите. Почему три? Скорее всего, один заспавнился возле меня. Может, ко мне залетел, кстати говоря. Не ной. Там твои дружки пришли. Сейчас, погоди. Мужики, погоди. Не рычите. Сейчас этого тоже. В крематорий. Так. Че дела? Как делище? Длинный, иди сюда. Вот иди сюда прям. Длинный. Два мелких, да? Два мелких там еще. А третий, четвертый, возможно, ко мне залетело. Мне кажется, есть. Есть. Сюда иди, длинный. Прям в обход иди. Их трое. Я почему-то уверен, что четвертый у меня. Так, блин. Давайте посмотрим, где этот... Слышь, говнюк, я сейчас выйду, и тебе не поздоровится. Ну что, есть четвертый здесь, нет где? Вот здесь я, короче, сани оставил, а потом все, как бы, и раз, и нету их больше. Да вроде нормально. Дурачок, блин. Довыделывался. Он взрослый ушел, а этот довыделывался. Держи. Вот так вот. Все. Держи. Затяжным. Я вас даже собирать не буду. Вот просто... Вот просто перезаряжу и все. И... Собирать, сжигать не буду. Все, летите куда хотите. Кости мы... А это что за кусок мяса? А, это белка зажарилась. Белка зажарилась, прибежала. Так, ладно. Так, ребята, вот, видите, какая фигня. Прошла ночь, и у меня на участке два говнюка местных. Хотят ко мне на чай зайти, но я против, я против. Поэтому... Слышь ты, да, вот ты. Как тебе? Сюда идем, гаврики. Я говорю, сюда идем. Еще разок. Для особо одаренных. Сюда подходим. Оп, не поймаешь. Давай. Держи.
Есть. Еще один. Вставай. Иди сюда. Ты как там? А этот еще ревет, еще жив. Давай вставай. Ты жив? Нет, все. Вставай давай. Сюда иди. Ну вот и все. А ты выделывался что-то. Сюда иди. О. Там, по-моему, баба пришла. Давай, пока вот так вот. На костер. Ты тоже. Так, мыться. Мыться. Ты их тут двое, да, вроде? Только двое. Так, не дают строить. Блин, надо будет сани делать, потому что иначе я тут набегаюсь. Сколько по стрелам? 49. Я понял. Выкладываем пока. Потому что пригодятся кости. Мало ли. Мутант какой-нибудь придет, на котором мы броню сольем, да? Всякое может быть. Надо делать сани, короче, потому что а так не набегаешься. Так, ну что, ребята, давайте начнем делать. Как бы здесь я ставлю вот такое вот окно. О, там еще один гаврик. Так. Все, это будет вот так, чтоб мало ли. Отстреливаться. Так, ребята, короче, еще один хрен. Не знаю, откуда он взялся. Пока тут вот, как говорится, намечал, что делать. Этот говнюк. Вот, пожалуйста. Где-то он пробрался. Давайте объясним ему, что заходить в чужие владения вообще не принято без спроса. Держи. Вот и все. Вот и все. Чего он тут залез, блин? Нужно, короче, забор делать мощный. Так, давайте, у меня там строительство нужно продолжать. Как бы вот, пока точно я не знаю, что здесь будет, но как-то вот что-то вот такое делаю пока. Что будет конкретно, пока хрен его знает. Полноценные стены там уже не хочу делать, только первый этаж полноценные стены. Здесь как бы нужно, чтобы обзор больше было на втором этаже, нежели одни стены, когда будут. Мне так не надо. Так, осталось там немножко вроде камней. Давайте доделаем. Сколько тут еще? Два, да? Ну вот, сейчас тут наберем. Так, это птица. Я хотел уже ее тоже вкладку заделать. Все нормально. Так, а судя... Вот так вот я не... Вот смотрите, увидите, у меня тележка. Вот я сделал новый сани, точнее, да? И у меня получается тот же флажок, значит... А тот у меня, по-моему, тоже с таким же флажком был.
Походу, они разлетелись. Вот взрыв-то был, да? Там, походу, вот это... Сани мои вот эти взорвались вместе с этими... С трупами, которые там были. Я вот думаю, это что-то такое было. Так. А эти вроде нельзя, да? Но пускай тут лежат. А, не, ну-ка, подожди-ка. Подожди-ка, где-то что-то сейчас... Нет? Показалось? Так, срубим. Так, есть пополнение, нет? Давайте посмотрим. О! Зайчишка есть еще один. Сажаем. Все, теперь... О, уже на плюс один пошел. Везде по двое, да, и плюс один. То есть, спокойно можно одного уже на жарех убрать. Так, должно вот этих вот заготовленных бревен хватить, в принципе, на постройку второго вот этого вот балкона, да? Ну, не балкона, не крыши вот этой, блин. Лишнего схватил. Сколько там нужно-то? Ну-ка. Да вон эти гаврики побежали. Так, еще 6 и туда 2. 8, точнее всего, да? Тут получается 6 и там 4. Да, еще 2 остается. Да, ё-моё. Есть такое дело. Хватаем еще 2 и ставим вот. Дело в том, что там лестница будет идти. Должна получиться, не знаю, получится, нет. Вот сюда вот нужно лестницу будет вывести. Но здесь будут тоже стрелы стоять, копии метать, если что. Ну и с того балкона тоже буду отстреливаться, там будут тоже такие обычные поручни уже стоять. Так. Давайте уведем отсюда сани эти, они пока здесь не нужны. Так, труп. Труп. Мужик. Дай стрелу. И на костер. Давай вот так вот. Че вот там, блин? Есть, попался. Сейчас, сейчас иду, мужики. Вот прямо сейчас иду. Ай, момент. Я успею даже себе это заготовить. На ужин. Дай казачонка одного. Есть такое дело. Прямо вот сейчас. Блин, стой! Стой, 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 стой. Блин, зайца отпустил. Лови зайца. Стой. Куда он делся? Куда заяц делся? Блин, вместо того, чтобы убить, я зайца, короче, выпустил. Заяц. Стой. Стой, заяц, блин. Извини, ты... Ты не должен был бегать. Так уж вышло. Все, есть. Так, надо этих говнюков, которые попались, уделать, потому что иначе они тут... Че, фонарел, что ли? Ты откуда спрыгнул-то? Воу-воу-воу. Держи. Подходи, говник, говнюк, блин.
Чего стесняешься? Да не мяукай ты. Стрелы мне отдай. Размяукался. Сколько вас тут? Двое. Держи. Мега удар. Есть такое дело. Держи. Есть. О, нихрена они тут шест поставили. Обалдеть, он длиннющий шест такой поставили. Совсем уже, блин. Иди сюда. Как вы уже достали. Есть такое дело. Давай тоже. Греться к остальным. 6, да, этих нормально, в принципе. Так, кто тут? О, зайчишка. Да опять я его отпустил, да что ж я не то нажимаю все, блин, сегодня. Ладно, он сейчас поймается. Он поймается, потому что как бы он тут будет вокруг да около бегать. Все, ладно. Оставляем все это дело. Ну-ка. Так, идем в дом, убираем вот эту фигню. Кстати, нужно будет балкон сделать, который у меня там намечал я давно балкон себе сделать. Давайте сварим супец. На ужин такой. О, вот сюда. Подожди, а там мясо вот есть какое-то вот маленькое. Вот так вот, с грибами еще. Во, отлично. А кролика повесим, пускай висит. Надо мясо заготавливать. Мяса вообще мало. О! Мужики уже прибежали на запах. Только не перелазьте через забор. На всех все равно не хватит. Что мутантов давно уже нету. Оп, стоп, назад, назад. Вот так вот. Чтоб мне это полностью-то заделать, да? Мне нужны мутанты, чтобы вот этого снарядить. Ну что ж, ребята, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи и до новых встреч. Пока.